Всем огромный привет! Хочу показать вам свой заказ от компании Faberlic по 6-му каталогу. Что у меня было в этом заказе? Значит, я делала заказ свой 2 раза. Девчонки, ну вы все поняли, да? Это 6 штук средств для мытья посуды. Это я взяла себе, ну, соответственно, маму, конечно, угощу. Почему так произошло вот такой закуп огромный? Потому что, значит, я сделала уже первый заказ Faberlic, отправила, он уже у меня собрался. Значит, все уже был как бы собран, уже направлялся в листу, и тут я мою посуду, и только тогда обнаружила, что у меня уже совсем последние капли этого средства. Представляете, я уже его водой разбавила. И что, он у меня закончился. Я думала, потому почему-то у меня в запасах еще есть. Побежала все запасы, соответственно, естественно, я их не нашла. И, ну что, я достала вот этот свой АОС, какой-то еще след остался с походов наших. Я им пользовалась. Девчонки, я еле прожила эти 3 дня без... Вот, без вот этого средства, пока вот заказ не пришел. И он еще и был по скидке в 6-м каталоге. Он сейчас идет по 119 рублей. Представляете? Я не могла не взять, поэтому вот так вот. Естественно, мне нужно было 1000 добрать по цене каталога. И я закинула себе в заказ вот такой один бальзам для стоп, гладкие пяточки. Вот он еще вошел в этот заказ. Но он был, по-моему, без этой его скидки. Да, он обошелся мне 119 рублей. А можно ему и за 70, когда хорошие скидки, взять. Так вот получается, вот такой вот у меня первый заказ. Обошелся мне он, соответственно, 933 рубля. Да? Оплачивать я буду онлайн, поэтому так. А второй заказ мне вынесли прям его в коробке. Не распечатанный, это я его сейчас открыла, проверяла, есть там каталог или нет. И там внутри пакетик. Это еще от того, вот тут внутри в этой коробочке пакетик. Так, я свои заказы никогда еще не получала в коробках. Так, пакетики. Оп, или... Достаем здесь, значит, у нас получается каталог. Каталог надо будет полистать, тоже нам посмотреть. Все, дальше пойдемте. Сейчас я поставлю вас и буду показывать поближе. Так, первое, что я вижу в своем заказе, это гель для умывания. Это Софийки, антибактериальный для жирной проблемной кожи. Она попросила меня его повторить заказать. У нее вчера как раз таки один закончился, запасов достала. И вот опять нужно, чтобы было в запасе, потому что ей он сказала, она побольше нравится, чем пропеллер даже. И вот Гарнье какой-то, то, что там есть для подростков с проблемной кожей. Вот он, я ей повторила его. Цена у него была, я, наверное, потом буду подписывать. Вот, и Софийке очень понравились эти средства, вот эта серия от Faberlic. Есть и маска, есть у нее тоник, вот умывалка. И, ну, в общем, повторяю каждый раз, чтобы это было, чтобы было там спокойнее и мне, и ей. Тоже у нее как раз-таки на днях закончился тоник матирующий для жирной проблемной кожи с маслом мануки и салициловая кислота. Вот. У нас теперь стало так, что эти средства постоянно должны быть в ванной комнате, и она умывается исключительно ими. Так, далее из этой же серии Ultra Clean Green, это у нас идет, немножко вот он помялся у них, крем актив для лица, 6 в одном, потому что, так, для смешанной жирной кожи, проблемной кожи, дальше я уже, девчонки, не вижу, так ближе покажу, потому что нужно не только умываться, обрабатывать тоником, но обязательно пользоваться кремом. И вообще, когда жирная кожа, ее тоже нужно увлажнять, потому что чем больше вы ее высушиваете, тем больше потом поры начинают вырабатывать, вот эти сальные железы еще сильнее начинают работать и, соответственно, больше производят своего продукта, и начинается закупорка пор, опять прыщи. Здесь у нас масло мануки и депантенол. Вот такой вот он, 50 миллилитров. Он наверняка зафольгированный. Да, не буду я открывать зафольгированный крем. Вот, это все, что с этой серии. Коробочка немножко помятая. Я ее не буду туда ставить. Так, дальше, девчонки, что у нас идет еще? Угу. Тоже это для Софийки. Это идет вот такой вот сос. Очищающая пудра для умывания. Заказали в первый раз, тоже я подпишу, сколько она стоит. Мне аж самой стало интересно, что же это такое. Способ применения, небольшое количество пудры
Мокрой рукой и массажными круговыми движениями нанесите на лицо, избегая область вокруг глаз. Тщательно смойте, используя холодную воду утром и теплую воду в вечернее время. Используйте 3-4 раза в неделю. Ну, это, конечно, новинка для нас, которую я не просила заказывать. 16,73. Но я на свое уже усмотрение, потому что из этой же серии Эксперт Фарма мы заказывали для проблемной кожи какой-то крем, а его в наличии не было, представляете, видимо, все распробовали, и Софийка меня попросила его заказать, его не было, но из этой же серии, ого, смотрите, вот она как выглядит, небольшой такой флакончик, сколько, 10, ой, куда я показываю, небольшой такой флакончик, 10 грамм, и вот она как выглядит, желтая такая действительно пудра, скорее всего, она от влажных рук начинает пениться, я так думаю. Как она действует, какие у нее свойства, вот интересно. Выглядит она как желтая пудра. Так, это тоже Софийке сегодня я ей отдам. Так, что еще? Потом взяла себе маску от Faberlic. Не знаю, наверное, она, может быть, по скидке была. Почему я именно эту взяла, даже не знаю, не помню, девчонки. Кислородная экспресс-маска для лица, идеальный тон и увлажнение. Люблю я увлажнение, питание. Вот такая она, как раз с вами вместе ее попробуем. Идеальный тон и увлажнение. Так, дальше что у меня, что еще в заказе? А, ну это то, что сейчас актуально, и то, что девчонки дают по 10 штук на руки. Это вот такой вот дезинфицирующий гель для рук. 99,9% чистоты и защиты рук. Это тоже новинка получается в связи с сложившейся ситуацией, да? И событиями, которые происходят, вот эффективное средство для гигиенической обработки кожи рук, подходит для постоянного применения, требует смывания, содержит 70 вес процент из какого-то изопропилового спирта, обеспечивает чистоту и защиту рук. Ну, вот. Так, после нанесения запах спирта улетучивается в течение нескольких секунд. Давайте сейчас его откроем и посмотрим. Мне кажется, он должен быть, ну, скорее всего, как все, прозрачный какой-то. А, видите, сразу, ну, здесь он уже не зафольгирован, сразу вытек. Достаточно такой жидкий. И вот, девчонки, я сделала... А, видите, он сначала густой, потом растекается. Когда я в фикс-прайсе недавно покупала, у него точно такие же, кстати, свойства. Не пойму, куда я его делала, неужели потеряла. Ну вот, о! Ух! Сразу бьет в нос, очень сильно бьет в нос, невыносимый запах. Не, в этом фикс-прессе не был он такой. Руки потом, не, ну, так он не сушает, но запах какого-то, знаете, необычного спирта с примесью какого-то грейпфрута, что ли. Вот мне показалось, что-то такое, видимо, добавлено. Ну, все, вот сейчас, да, все, запах спирта ушел, и какой-то аромат остался от него. Ну, вот такое вот средство. Девчонки, купила 10 штук, и еще заказала 10, 5. Девочка возьмет, просто ей нужно было, я решила себе еще 5. Поэтому у меня будет 15 штук сейчас вот родителям задарю, мужу на работу. Да, поэтому 10 штук вот таких вот дезинфицирующих. Он сразу у нас ушел, этот гель, но периодически нужно на сайт заходить и смотреть, он в наличии, его просто его делают, изготавливают очень много, и поэтому периодически он появляется. Если кому нужно, вы заходите, нет его, то дня через 2-3 смотрите, может быть пополнение. Но мне, допустим, о том, что он появился, сообщила наш куратор, или как сказать, где заказы забираешь. Вот, она позвонила, говорит, Наташа, если нужно, заказывай, появился. Вот такой вот был небольшой, но очень нужный заказ у меня сегодня от Faberlic. Девчонки, пришел теперь уже третий мой заказ. В нем были только вот эти вот дезинфицирующие гели для рук. И знаете, что я заметила? Вот эти 5 штук я буду отдавать девчонке, ну, из-за которых, в принципе, делала заказ, да? И знаете, что я заметила? Что первые, которые шли гели, они были вот с такой вот заглушечкой. И у них, видите, крышка прозрачная. А сейчас вот, которые пришли, они идут просто
Вот как крем, видимо, у Faberlic выпускается. Вот такая обычная крышечка без заглушки. Так еще и мало того, девчонки, он там вообще не зафольгированный. То есть непонятно, может, его пока уже везли, там все попользовались, каждый по чуть-чуть. Представляете? Неизвестно, вытекает, он не вытекает, не зафольгированный, такая обычная крышечка. Видимо, уже как на поток они, что ли, это все дело поставили. А ну-ка, ну, по весу вроде одинаково. Будем надеяться, что все с ними хорошо. Вот эти 5 штук я отдам. И знаете, недостаток еще заметила какой. Этот гель очень жидкий. И когда он уже открытый, ну, раскупоренный, когда им пользуешься, он протекает. Я даже в сумке замечала, как вот из этих мест он влажный здесь и немножко подтекает он. И, видимо, для такого состава все-таки эти крышечки не годятся. Они же все-таки больше использовались где крема. Он все равно в любом случае погуще. Ну, вот это вот я заметила. Так что вот разница какая. Так, и вообще еще хотела полистать каталог. Мне вечно не хватает времени, чтобы это сделать. Ой, сейчас красиво сделаем. Хотела посмотреть, что у них тут новенького. Пролистаю быстро. Сейчас вот так немножко, наверное, вниз сделаем, чтобы вам было лучше видно и мне. Но многие, наверное, уже посмотрели все это дело. А я хочу вот только посмотреть. Так, вещи, костюм, пиджак, брюки симпатичные, но вряд ли я их себе возьму. Мне даже ходить в них некуда. Хотя будем дальше смотреть. И сейчас вот хорошо, что в Faberlic можно делать примерки, да? То есть не как раньше заказал, и потом не подошел тебе. Ты сдаешь, тебе деньги возвращают, опять заново заказ. То есть вообще было неудобно. Такое вложение денежных средств нужно было совершить. Если я, допустим, беру продукцию только для себя, и у меня нет этого оборота, и, допустим, зарплаты нет, и у меня нету там людей, допустим, очень много в структуре, но я не получаю зарплату, то мне, конечно, неудобно вкладывать постоянно деньги на счет, закидывать на этот Faberlic. Нет, и поэтому я в последнее время перестала брать вещи, потому что целая суматоха, мне вообще неудобно. Возьмешь, померяешь, опять туда едешь, даешь. Мне проще было где-то купить в магазине или вот на Wellberries заказать, поэтому перестала брать вещи в Faberlic. Так, сейчас кремом помажем, поедем дальше. Буду говорить про вещи и про товар именно исходя из своего вкуса, из субъективного мнения, да, скажем так. Вот, на мой взгляд, как я считаю, отдел от меня отдела. Так. Здесь мне неинтересно. Здесь для меня тоже, допустим, неинтересно. Кроссовки. Так, дальше поехали. Это то же самое, но только уже большего размера. Что у нас тут по стойке? Маркер для губ появляется какой-то. Почем он? 300 рублей будет, да? Не знаю. Так, дальше что у них тут? Водостойкие тени, стики. Вот это интересная тема, но судя по тому, сколько у них таких теней в стиках было, ни одни, по-моему, хорошо не держались. Вот эти бы я взяла бы. Темненькие. Можно будет попробовать 340, если еще со скидкой. Можно будет попробовать. Или подождать, пока девчонки закажут, отзывы скажут, слышите? Ой. Так, дальше что? Это у нас... Так, 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 вода парфюмированная. Очки. Очки мне не нравятся. Все формы. Хотя вот на мое лицо идет любая форма, какую я не одену. Но здесь, допустим... Нет таких, которые бы мне понравились. Дальше поехали. Это SPF 30-15, крем для лица 50. Но для меня это мало. Я летом пользуюсь, знаете, кремом испанским SPF 90. Вот он мне очень хорошо подходит, потому что у меня большая пигментация. Летом я вообще как леопард. Так, дальше это что у нас такое? Масло, спрей. Ну, это все летняя тема. Неизвестно вообще, поедем летом куда-то отдыхать или нет, да? Поэтому как-то пока я об этом не думаю. Это что, защита от солнца? Это шампунь, это летняя, да, серия какая-то для защиты волос. Так, ладно, поехали дальше. Она, кстати, была с SPF. Так, это мне неинтересно. Спорт пока проходит у меня мимо. Хочу просто быстрее пролистать. Здесь это уже не новое. Все эти тени были. Дальше что это такое? Тональная сыворотка для лица. Тональный как-то парочку пользовалась. От Faberlic никакие мне не понравились и перестала их вообще заказывать. Губные есть любимые, заказываю. Вот это, по-моему, я не пробовала. Что это?
Так, это помада бальзам. А, это снова, да, по-моему, серия? Ну, я смотрела сегодня, по-моему, буквально девочка, она говорила, что они больше как кремовые такие, но приятные на губах и не соответствуют вот эти вот фотографии тому, что в реале приходит. Цвета меняются, ну как, отличаются, вернее. Она показывала клюквенно красный, что ли. Или, а, нет, она показывала коралловый. Вот здесь вот, видите, какой-то коралловый, нежно-розового, ну, больше кораллового. А на самом деле он выглядел вот как вот этот вот ярко-розовый у нее на губах. Так, дальше вот эту я не пробовала. Вообще такие быстро съедаю я губные. Мне нравится ими пользоваться, наносить их, но не хватает это буквально на час, потом я их не нахожу у себя на губах, не знаю. Так, дальше это, так, что это, тушь. Потом, это что у нас? Это матовый. Матовый я люблю. Ой, я люблю матовый. У меня есть красная такая. Потом идеальный бежевый у меня есть. Вот матовый, это прям моя любимка. Так, дальше что? Поехали тут. Лак. Ага. Губные. Это все. Пройденный этап. Вот это, да? Казалось бы, красивое все. Но такие они не... Этот... Ну, не стойкие, не держатся на лице. Ни от одного блогера я, кстати, не слышала, чтобы кто-то сказал, что это идеальный вариант, и вообще здоровские, и использовали их до конца. Поэтому я даже их не брала. Так, пойдем дальше. Кисти. Вот кисти мне нравятся. У меня есть вот такая. У меня есть для пудры. Угу. Для румян нету. И вот я все время поглядываю на 0,6. Это у нас... для растушевки карандаша и теней. Вот такую можно попробовать. Мне кажется, у меня такой нет. А вот это вот 10.5 вот у меня стоит. Это Фаберлик или нет? Тут уже все стерлось. Да, это Фаберлик. Вот она. То есть, видите, на картинке она в реале вот такая. Я ее редко пользуюсь, я ее не поняла. Какая-то она и набита мало. И для чего она вообще идет? 0,5 у них идет для растушевки теней. Ну, как ими растушевать? Она слишком какая-то, видите, ее мало. Нет. В этом плане, ой, не очень мне понравилось. Так, дальше поехали. Вот, которую я от Теллари взяла, я ее растушевываю, она хорошая. Так, парфюм вообще это не моя тема. Мне вообще тут ничего не нравится. Мужское тоже пролистываем. Пролистываем. Я точно не буду заказывать. Там мицеллярную. Как-то пробовала мицеллярную. Мне так она прям глаза чуть не выела. Поэтому вообще даже не хочу больше Фаберлик заказывать. Это тоже фотошоп эффект. За одну минуту все время поглядываю. Но еще даже не решилась ее взять. Вот я в этот раз взяла маску. Вот эту, да? Получается. А, он даже хит продаж. Вот видите? Так, 149 он, рублей. Она тоже была, по-моему. Тогда что так я буду выглядеть, надо попробовать. Так, дальше это тоже мне неинтересно. Это моя тема, девочки, 60+. Где она? Кстати, сейчас вот пользуюсь вот этим маслом. Как она? Сыворотка. Вот у меня уже сколько вообще нравится. Я на крем иногда на ночь, ну, как через день делаю, не наношу. И вот эту сыворотку на все лицо вообще, оно утром прям как конфетка. И вот когда этой сывороткой пользуетесь, девчонки, утром встаете, лицо прям говорит спасибо. Эффективно борется с морщинами и провисаниями, устраняет тусклость кожи. Вот, кстати, вот это точно. Мне нравится на кожу смотреть, когда я после вот использования. Хотя она идет 50+, я пользуюсь. Я вообще на эти вот эти плюсы и цифры вообще не смотрю. Придает коже эластичность и упругость. 600 активатор жизненных сил клеток. Мне нравится. Но из этой серии больше я ничем не пользуюсь. И моя тема, вот это вот я сейчас вижу, да, 60+. Ну, понимаете, да, все. Это вот этот вот мультикорректирующий крем для век. Для моих сухих, вот я сейчас на них смотрю, век. Прям я вижу, как этот крем разглаживает их. Прям поднимает все морщины, вот эти мелкие убирает. Но я так в восторге от этого крема. Я не знаю уже, сколько их повторяла. Каждый раз говорю, и пока вот они выпускают Фаберлик его, я буду его брать. И это для меня прям спасение. Так, дальше поехали. Так, это... Тоже я брала вот эту розовую, ничего не поняла в ней. Хотя цена такая недешевая. Так, дальше это мне неинтересно. Корейскую даже не смотрели еще. Не изучали. Вот эта тема, это Софийкина.
Мицеллярную не пробовали. Не знаю, она раньше была или то, что недавно появилась. Такое у нас есть. Корректор был. Она им что-то как-то не очень пользовалась. Вот это у нас постоянно есть. Вот сейчас крем-активатор. Крем-актив я взяла для лица. Тоник у нее тоже постоянно. Знаете, девчонки, что зачем я гонялась и хотели мы взять. И нету. Только каталог 6 открылся. Уже не было в наличии. Это вот это чудо-средство. Смотрите, оно тем более будет в 7 каталоге. По 200 рублей мне нужно прям начать делать заказ, когда только с первой даты. И это, знаете, это прям чудотворный активный крем-гель антиакне. Вот этот он такой маленький, но эффективно борется с покраснениями и воспалениями, заметно уменьшает их размер. А она была прям в восторге, и мы вот на пробу же брали. И она говорит: мама, это шикарное средство, но вот нет его. Из-за него, считай, я делала эти тоже заказы. 2 раза делала заказ, 3-й раз делала, не было в наличии. Так что присмотритесь, у кого подростки, допустим, такая же тема. Так, это все понятно. Это уже все пробовали. Это вообще ни разу я... 1 раз я брала, по-моему, мы... и так я его девчонки выбросила. И больше не... Она кислятина какая-то была. По-моему, клубнику я брала. Так, зубные пасты мне нравятся. Это не пробовала. Ну, вот это у меня стоит. Как вам сказать, быстро смылась седых волос. Мне не понравилось. Так, дальше. Тоже я не пробовала. Так, ботаника. Как-то брала от выпадения волос. Тоже их даже не допользовалась. Не поняла эффекта. Но говорят, что если систематично, то вроде есть эффект. Крем вот такой мне нравится. Я Егору всегда беру на ночь. Ну, лицо мажем, ручки мажем. Так, это серия. Выросли мы уже с этой зубной пасты. Все стоит у нас в 6 штуках. Запасом. Он говорит: мама, я хочу теперь взрослыми пользоваться. Ну, если он так раздать малышам. Закончатся все эти дела. На чем хоть встречаться, видеться. Надо будет раздать. Так, ну, эта тема тоже тут все такое. Порошки хорошие, но я не пользуюсь сыпучими порошками, поэтому не беру. Я разобрала в самом начале все. Это тоже сыпучие дела. Так, вот в этом каталоге 7 будет хит продаж. Интересно, это для с чем? Свежий лайм. Видите, многим нравится. Мне нравится клубника. Видите, в этом каталоге 7 нет клубники, поэтому... Ой, малины. Малина же, что я клубника говорю. Поэтому в 6 набрала. Ну, в принципе, вот и все. Крем, ой, мыло мне нравится для кухни. Нравится такое, нравится зеленое, цветы нравятся. Вот это апельсин. Я, по-моему, даже или апельсин, да, цитрусы я не пробовала. Все. Вот это вообще не очень. 1 раз брала, пробовала, больше не стала повторять. Все вот эти запахи, кстати, ничего хорошее. Можно будет взять, не все вот уже подходят. Запасы все заканчиваются. Тряпка отличная. У меня 3 таких. Для кухни тоже есть. Натирает отлично. Вообще здорово. Даже если на фартуке, знаете, у нас капельные фартуки, если какие-то... есть такие вот жиринки, капли, которые бывают засыхают, и как бы просто их не вымоешь. Вот эта тряпка, она прям это все убирает. Вообще здоровская. Так, ну все. Остальное тут уже, наверное, вещи пошли. Давайте быстренько вещи глянем. Угу. Так, так, это все понятно. Все такое красное. На девочке что-то какая-то футболка, аж чуть ли не до локтя у нее рукава. Не, мне так не нравится, такое не люблю. Так, хотя белую футболку можно было взять, если бы рукава немножко другие были. Шорты, платьицы, шлепки, кеды, шлепки. Вот такие, мне кажется, только у кого нет сильного подъема, если не залезете. Футболки люблю мужские покупать и поло. А какой размер? А, 54-й, нет, это не наш вариант. Егору тогда возьму здесь, до какого тоже, до 54-го. Нет, папа наш не влезет. Поехали дальше. Очки мужские. Вот Егору возьму обязательно футболку белую и поло возьму. Надо вот такие вот с таким карманом взять. Для начнется каталог, буду на лето набирать. Все, Софийка раньше тоже одевалась, кстати. Платьица вот такие наподобие у нас были. Вообще красивые. Такая прям хорошенькая была. Много фотографий, видео у нас. Ну, сейчас выросла уже, естественно, соответственно. Да? Ну все, вот так вот.
просмотрели, быстренько пролистали каталог. В принципе, одно и то же. Беру всегда только нужное и самое то, что по душе мне. Спасибо за то, что посмотрели. Я желаю вам всего самого хорошего. Спасибо всем и пока!